дорогие наши друзья, сегодня хочу познакомить вас с Ватрушкой. Ватрушка пожилая собака, но не очень пожилая, ей лет 9-8. В марте она уже начала у нас гулять, как положено. Мы ее вывели несколько раз. Ватрушка наш любит танцевать. Такая вот наша красавица, очень адаптированная, социальная. Друзья, пожалуйста, у кого есть возможность, спасите нашу ватрушку. Мы не хотим, чтобы один раз мы пришли зимой, например. Зимой часто погибают собаки. Нашли ее просто мертвой на холодном полу. Мы очень вас просим, помогите ей. Спасите нашу ватрушку. Нам ее так жалко. Она очень милая собачка. Да, она не очень молодая. Но зато какая она. Она очень социальная. Может быть, она дома может прожить и 5 лет, а может быть, и год, а может, и 2. Мы не знаем, но зато в тепле и любви. У кого ёкнуло сердце, помогите нашей девочке, пожалуйста.